Большая трещина в земле рядом с 20-м домом по улице Аврора образовалась весной этого года. Сначала в квартирах оборвалась проводка, рассказывали жители. Потом возле стены заметили небольшое обрушение. После трещина ушла вглубь до 15 метров. Спасатели экстренно эвакуировали всех жильцов. Где я могу сесть? Меня трясет всю. Сейчас дом может сложиться в любое время. Это же страшно. В доме 60-х годов постройки проживают порядка 30 человек. Люди смогли вернуться в свои квартиры в течение месяца. Яму возле дома засыпали за несколько дней. Для этого потребовалось 10 КАМАЗов грунта. Но никаких гарантий, что яма не появится здесь снова, нет. После ЧП здание обследовала специальная комиссия. Специалисты установили причины обвала грунта около дома и вынесли решение признать дом аварийным. Данное здание построено на грунтах, состоящих из карстовых пород. И в результате поднятия грунтовых вод произошло вымывание, в результате образовалась воронка. Комиссия сделала заключение о выявлении оснований для признания дома аварийным, подлежащим сносу. Сейчас ветхое здание продолжает разрушаться. На фасаде образуются новые трещины. В подъездах и квартирах двухэтажки также трескаются потолок и стены. Сейчас заключение межведомственной комиссии находится на рассмотрении в городском департаменте имущества. Когда распоряжение вступит в силу, жильцам предоставят варианты для расселения. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.